Здравствуйте, девочка. Бамбук. Не вы заказывали? Ой, нет, не я заказывала. Серьезно? Я просто думал, бамбуковый по поводу. Забирайте. Все. Ну, эту дрочь ебаную, блядь. Сам носи. Я не буду это больше таскать, нахуй. Блядь, в адресе нет? Дерево. Можно не отойти от меня? Что? Ты сам тащи эту хуйню всю, блядь, нахуй. Прямо и налево, блядь, нахуй. 3500 одна. И здесь их всего 12. Это не мой бамбук. И ты по 3500 за одну трубочку, давайте. Убирайся. Почему это хворост? Это бамбук. Деньги давайте, нервы у меня не железные. Какие деньги? Я устал таскать, таскать это, устал. Доставщик бамбука, блядь. 3500 одна, блядь, полоска. Забирайте, здесь 8 их. Нам не нужно. Что вам не нужно? Не вы заказывали? Нет. Ёбаный в рот, извините, блядь. Кто заказывал бамбук, ёбаный это? Откуда я знаю? Сука! Отойдите, чина, вы можете украсть у меня все это. Чина, отойдите на метр, блядь, тут большие суммы снимаются. Вы можете, блядь, это понять или нет? Отойдите отсюда, ебать, вы меня напрягаете уже. Мужчина, уйдите, блядь, тут большие суммы снимаются, миллионы рублей. Охрана! Охрана! Он меня хочет украсть деньги мои все. Он смотрит косо на меня. Охрана! Кричать не надо. Сколько вас ждать, блядь? Я говорю, кричать. И он смотрит на меня косыми глазами. Уведите его, уйдите его. Тут суммы большие, огромные бабки, блядь. 5000 рублей его сейчас пить. Да пиздец, блядь. Мужчина, уйдите. Вор! Сука, в другом банкомате сниму, нахуй. Пизду вас. Срочно нужны деньги? Думаете, где быстрее занять? Нет времени оформлять документы, чтобы получить кредит в банке. Вы знаете, как быстрее всего оформить займ онлайн и получить деньги на свою банковскую карту? Получите одобрение заявки на турбозайм, и нужная вам сумма будет переведена на вашу карту уже через 15 минут. Турбозайм – это быстрые займы до зарплаты для граждан Российской Федерации в возрасте от 21 года. От вас не требуется документов о подтверждении дохода, только наличие именной банковской карты и 5 минут на заполнение анкеты. Выберите нужную сумму, рассчитайте срок возврата займа и отправьте заявку на рассмотрение. Просто как дважды два. Получите деньги на вашу карту, не выходя из дома. Мужик, иди сюда. Кем тебя называют? Не пузырем случайно? Ладно. А ну остановись, смотри. Здесь какая ситуация идет. Я вижу тебя сдалека. Ты что-то покурил. И скорее всего, ты ходишь без шапки и без перчаток. И скорее всего, будешь наказан сейчас. А знаешь почему? Ну что, ты потерялся, что ли? Я? Да. Я тебе сейчас как дам 5000 рублей и бухнешь на них. Что-то понравилось? Нет. Ну тогда и не смотрите сюда. Если не, ну если не хотите покупать, не надо смотреть. Да, почему? Загораживать вот это людей, клиентов. Если вы без денег, да, то можете идти мимо сразу. А вы не хамите. Без денег люди здесь не стоят, не задерживают. Если есть денежка, пожалуйста, проходите, покупайте. Никогда нет, нехуй не тут смотреть, пожалуйста. Да. Нехуй вообще. До свидания. Пошел отсюда, нахуй. Ты меня ударить ты хочешь? Да. Сука, ты что, блядь, без нет? Давай, я тебе плюну в лицо. Я ублюд. Сядь нахуй, блядь. Сел. Нахуй сядь. Дай хуй тогда. Есть у тебя? Иди сюда. Бычок меня кинул. Опа. Что-то продаешь? Нет. Дистанционированная продажа, да? А что там такое? Там вот ОМОН стоит. Дай мне попробовать хотя бы. А ты кто такой? Я обычный человек, как и ты, блядь. С какой радостью тебе должен давать? А что такое жадный, блядь, я не понимаю. А вот ты мне не нравишься, я тебе не хочу. Я тебе что должен понравиться, что должен траком стать понравиться тебе? Дай мне одну штучку. Тебя, пожалуйста, говорить не учили. Как тебя зовут? Олег. Олег, дай, пожалуйста. А тебя-то как зовут? Игорь. Пожалуйста. Надо его копилку его расшевелить, нахуй. Братан, у тебя сейчас копилка, блядь, взорвется. Я говорю, вставай, копилку застегни свою. Ну ты ебанулся, блядь, одевайся, нахуй. Встань вообще, встань отсюда, сейчас полиция приедет. Почему ты, блядь, с открытым очком лежишь? Тут дети ходят, ты чё? Ну одень кроссовки, ты чё босиком? Да это кепка, кроссовки сзади. Ну одень кепку на ногу, если хочешь. Виноват, говорю, нет. Все, виноват. А вот камону некрасиво ходить, некрасиво. Они без разбора всех забирают. И палками потом в отделении. Был такой опыт? Конечно. За сухофруктами пришел. Из меня, блядь, сухого фрукта сделали. Палкой, дубиной в жопу. Сюда иди, и ты тоже. Давай быстрее. Робби и Бобби, блядь. Сейчас уедем, сейчас поедем. В УВД, ебать. Ну да что случилось? Ничего не случилось, ебать. Метла, видите? Метла нахуй. Зубы, блядь. И всю, блядь, линию подметаем. Ю. Эй. Стойку, стойку, пошел. Сильные удары? Да. Нормально. Давай со мной, пошел.
Я против Синка. Синка против тебя ебать. Да ты вообще ебать слабачонок. Сильный? Да. Молодец, поздравляю. Так защищай себя и свою семью до конца, до последних дней, понял? Давай скинемся, кто поднимает свинку. Стой, Цуефа. Да. Цуефа. Поднимаем свиночку. Красава. Хорошего дня тебе. Я пошел. Ребята, я вижу, линия готова. Молодцы. Кофейку хотите? Как раз замените кофе, попьете и булочку скушайте. Денег дал бы, да и все. Сколько? Рублей 200. Хватило бы 200? Держи кофе. Пей. Теплый, вон на двоих вам, пацаны. Даю 200 рублей. Каждый день. Да. Да, когда? Ну, приезжать. Каждый день я здесь. Ладно, дам вам 200 рублей. Держи. Может 225? А почему 225? На пузырь. Какой нахуй пузырь? Дай сюда 200. Не, ну я тебе на пузырь дал или что, ебать? Или мне тебе в пузырь дать сейчас, нахуй? Блядь? Я тебе дал нормально, блядь, за подметание, нахуй. Выкиньте все листья, поставьте метлу назад и идите покушайте ее. По шаурме купите. Испугался? Готов был к этому разряду. Я маленькая собачка, меня зовут Георгий. Здрасте. Рота противодиверсионной борьбы и разведки. Че сидите? Заняться нечем или что? А? Слушай, я тебе еще раз повторяю. Я тебе считаю до пяти. Я считаю. Один в один трехот чехол, скорлуп, залуп, через дебинды. Банды шлю. Дружище, у тебя 100 рублей выпало, когда ехал. Твои 100 рублей? Не знаю, нет. Твои, твои, держи, держи. Ты когда ебашил 200 там, ты ебанул так конкретно, что деньги посыпались. Давай. Оп, 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 оп. О, хороший удар был. Смотри. Один в один, трехот, чехол, скорлуп, залуп. Удар кобры. Все, ебать. Я для хуйни вперед. Привет. Как тебя зовут? Индар. Пиздар? Индар. Киндак? Индар, говорю. Индар, смотри. И сейчас здесь проходит, блядь, колония малолетних гопников. Там есть парни, которые реально издеваются над животными. Я хочу с тобой сейчас реально порешать этот вопрос. У тебя удар поставлен? Да. Твой поставлен удар. Надо проверить реально, Индар. Пошел. Это левая. Ура. Не, удар реально поставлен. Ты дерешься? Еще раз так на меня посмотришь. Understand. Нет, нет, я просто говорю. Переведите ему, а вы тоже не понимаете по-русски. Bro, you understand English? You understand UFC? 1, 2, 4. Готовы, чтобы ваши усы слетели? Усы, ебать, не заветвляются, а распрямляются. И будут как в мультике. Идет малолетняя колония. Они проходят мимо нас. Вот, мы стоим, типа мы. Эй, привет, Эльдар. Типа, я тебе машу рукой, ты мне тоже машешь, понял? Привет, Эльдар, и резко нахуй одного лоха за голову хуя, и с колена, блядь, ему раз нахуй, понял? Выкидываешь на дорогу под машину, все, ебать, дело сделано, Эльдар. Подходи через 10 минут, я закапаю им от ебальника. Да, давай. What do you know? BP? Ты что, заправка, блядь? А ты Лукойл, блядь? И ты Газпром, блядь? BP, давай, заправляй без выебонов. И чуть дешевле, блядь, чуть дешевле. Сотый бензин очень дорогой, это гоночный бензин. Смотри, если ты не понизишь цену, твои усы, ебать, слетят, окей? Лукойл, я тебе говорю, займись ими, блядь. Вы уронили? Нет. Давайте вам почищу обувь. Нет, да давайте, давайте. Да что вы начинаете? Не, ну вы начинаете исполнять реально. Блядь. Обувь почищу. Вы кому сказали, блядь? Чистильщику обуви, блядь? Да, я что-то не понял. Вы не хотите, чтобы я вам обувь почистили, что? Почему, блядь? Потому что. Почему? Потому что. Это плохо или хорошо? Плохо. Как это плохо? Ну ходите говняные обуви. Я бы вам почистил, ебать. Чистильщик Эдвард Билл. Спокойно, спокойно, мужчина, спокойно. Ведите себя, блядь, извините, тактично. Да не надо, командир. Бесплатная чистка. Да не бесплатная. Не надо. Не надо со мной спорить. Со мной спорить будете, блядь. Перестань, ну, не надо со мной спорить. Дайте почищу. Со мной не хочу я. Дайте его мой почищу. Да не надо, перестань. Я вам еще раз говорю, не спорьте со мной. А вторую? А вот эту ногу? А вот эту, блядь? А куда вы пошли? А вы мешаете? Не спорьте со мной, я вам еще раз говорю. Дайте почищу вам обувь. Ну что вы докопали? Что вы до меня докопали? Вы можете покопать землю лопатой штыковой? Я работал. Работали? Да. Вы докапывались за кого-то? Допустим, на другой огород докапывались? Нет. Ни разу? Я... Не почистить обувь. Ты на меня оскорбил, сказал, что я черт вонючий. Я на черта похож. Не, ну тебя. Ты хочешь посоревноваться со мной? Ты плавать умеешь? Я тебя просил. Я 50 метров за 29 секунд проплываю. Вот если бы ты так проплывал, блядь, имело бы смысл с тобой разговаривать сейчас. У вас есть свой огород? Был? Ничего иначе нет. Ну просто вот есть другой огород, вы до него не докапывались? Да нет. Все, понял, думаю, вы докапывались до него, я решил. Да нет, говори. Все, понял, извиняюсь, все. Да, хорошего, хорошего тебе продукта. Здрасте, вы уже берете или сдаете машину? Нет, мы берем. Вы берете? Да. А можно я возьму? Нет.
Пожалуйста. Нет. Ну тогда вы мне довезете? Ну, девушка, довезите, пожалуйста, я тоже хотел эту машину. Бля, я всегда брал московский каршеринг, именно Яндекс.Драйв. Нет? Поедем все вместе тогда. Нет, мы не поедем, а вообще, пойдите, пожалуйста. Классная тачка, Nissan. Все, я поехал. Щеткой, блядь. Чё? Видите, пожалуйста. Так я же сказал, что я беру. Я ее отдам, только выйдите из машины. Хорошо. Я просто не успел, я растерялся, я в туалете, у меня понос был, я долго срал. Московский каршеринг на расхват, всегда. Мужчина, это ваш рюкзак? Да, вы без присмотра его оставили. Что? Без присмотра нельзя оставлять вещи. Да, да. Очень опасно, я мог украсть его. Нет. Понимаете? Да. И вы меня не догнали, я очень быстро бегаю. Я очень быстро бегаю, говорю, мог украсть его. Вы откуда? Ирана, из Ирана. Из Ирана. Да. В Иране нет воровства, да? Ага. А в России есть. И могут спиздить все, что у вас есть. Да. Будьте аккуратны, договорились. Всем передайте, передайте вот иранцам. Здравствуйте, привет, ребят. Да. Здесь нельзя оставлять вещи без присмотра, их могут украсть, хорошо? Да, давайте. Большое спасибо. Большое спасибо, да. 119. Да. Человек здесь просто какие-то неправомерные со мной действия. Какие? С вами? Пытается, да, меня из машины забрать. Из машины вас забрать? Куда? Да, а куда вас забрать можно? Дайте я поговорю. Вы можете сейчас закрыть автомобиль? А можете не закрывать его? Намного больше царапин они сделают. И на вас повесят все. Так и скажите, это прямые конкуренты. Здесь стоит Яндекс.Драйв. Да, слышите, Алена? Это Uber. Скажите, это Uber. Господи, не важно, что он просит. Вы можете просто так? Скажите, я просто попросил 100 рублей, блядь. Мне отказали, и я решил взять машину забрать. Все. Нет, я не залез. Я сел погреться, мне холодно было.